В Южному відновилась подача води в звичайному режимі. Представник інфоксводоканалу на міській водонасосній станції зняв пломбу в колодязі, через що рівень тиску води відтепер в нормі. Це стало результатом перемовин южинських управлінців з одеським постачальником, який погодився зачекати, аби КП ВТАК розрахувалось за воду. Протягом тижня мешканці та комунальні підприємства міста почали частково гасити заборгованості за водопостачання. Наразі внесено 140 тисяч гривень із 451 заборгованої. Більшу частину боргу перед інфоксводоканалом погашено. Сталося це завдяки проплатам мешканців. Досі не почали вносити кошти за воду ОСББ по вулиці Будівельників-1, борг якого складає більше 20 тисяч гривень, та дачний масив, що винен близько 50. Проте найбільшим боржником досі залишається комунальне підприємство «Готельно-житловий комплекс». Зі 170 тисяч гривень підприємство внесло всього 17. Дачный массив до сих пор не начал производить расчет. Вот. Ну, ГЖК заплатил десятую часть своего долга пока. Ну, хотя бы что-то, да. То долги отдают только трусы. С ГЖК есть договоренность о том, что в течение летнего периода до сентября месяца он должен погасить все имеющиеся задолженности по водоснабжению и при этом платить регулярно текущие платежи. Надеемся, что это будет исполнено, потому что если это будет не выдерживаться, ну, тогда, конечно, придется с этим предприятием отдельно разговаривать, тем более есть возможность его отключать, ограничивать количество воды и так далее. Заключити індивідуальні договори між ВТАК та мешканцями квартир – такий вихід із ситуації вбачає директор ГЖК Вадим Яценко. Керівник закладу наголосив, що заборгував перед ВТАК не комунальний заклад, а власники квартир. Мы являемся транзитерами, поэтому те деньги, которые нам дают, мы переводим. Все. Дали люди сумму, собрали на свет, мы заплатили за свет. Дали на воду, заплатили за воду. Дали за мусор, заплатили за мусор. Как коммунальное предприятие, я говорю, что мы долгов не имеем. Есть люди, которые приходят сами и говорят, я вас прошу, пожалуйста, у меня сегодня нет финансовой возможности оплатить, сделайте немножко там какую-то скидочку, там не скидочку, а задержку, я позже заплачу. Потому что некоторые получают там с 10 числа зарплаты и так далее, и так далее. А есть те, которые, положим, как бы относятся к этому не очень так правильно, на этих мы подаем в суд. И через суд взыскиваем, тем более сейчас упростили систему взыскания, нам не нужны судебные заседания и так далее. Мы подаем на суд, суд принимает сразу же тут же решение, мы даем в исполнительную службу. Исполнительная служба взыскивает с должников, это делается в течение 2-3 дней. Комунальне підприємство ГЖК, згідно договору, має повністю погасити борг за воду до початку вересня.